18 мая, РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын провел первое за последние два года расширенное заседание Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи, ТПК, на котором были произведены кадровые перестановки в силовых ведомствах страны, сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи, ЦТАК. Вместе с тем в его сообщении не говорится конкретно, о каких перестановках идет речь. В заседании приняли участие командный состав всех видов вооруженных сил и корпусов, руководители силовых ведомств и кадры ЦК ТПК. Как отмечает ЦТАК, Ким Чен Ын осветил главное направление и пути для строительства армии и военной деятельности, включая вопрос о более последовательном установлении системы руководства партией войсками. Центральная военная комиссия ТПК решает вопросы военного характера в КНДР в промежутках между съездами партии. Пока не ясно, связано ли проведение ее заседания с итогами саммита в Корее, состоявшегося 27 апреля в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами, и возможностью встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. КНДР обещает прекратить разработки ядерных и ракетных вооружений, если США пойдут на нормализацию отношений между